Сегодня у меня будет видео «Игрушка, ожидание и реальность». Ну что, поехали! Вау! Так, интересно, кому эта посылка? Может быть, это папе? Или маме? Не знаю, тут написано «игрушки», поэтому, может быть, это мне. Все равно я хочу это распаковать, поэтому пойдемте вместе со мной посмотрим, что же внутри этой коробки, на которой написано «то есть». Пошли! Сейчас посмотрим, что же в этой коробке. Да, это же игрушки Little's Pet Shop, или как их еще можно называть, просто пэты. Так, что же тут у нас еще есть? Вау! А вот какая гигантская упаковка! Как же мне не терпится их распаковать! Их тут так много! И они все такие классные и милые! Так, начну распаковывать. Наверное, начну вот с этого. Этого пэта зовут Джинни Джуэнбак. На каждой коробке написано, как зовут того или иного пэта. Все пэты, которые я нашла в этой коробке. Это даже прям какая-то армия пэтов. Еще и больница есть. Все тут такие милые. Хочется прям поскорее начать с ними играть. Чем хороши пэты? Первое. Их можно коллекционировать, потому что их существует очень-очень много. Во-вторых, их можно использовать как маленькие брелочки, которые можно всегда носить с собой. Третье. С ними можно снимать сюжетные ролики. Кстати, пишите мне в комментариях, какие бы ролики вы хотели бы, чтобы я сняла с участием пэтов. Или можно проводить интервью в роли корреспондента, например, как я это уже сделала в Little's Pet Show. Это шоу с пэтами в главных ролях. Там идет речь о модных трендах и интересных вещах. Смотрите это шоу на YouTube-канале пэтов, ссылка будет в описании. Итак, вернусь к пэтам. С ними очень весело играть, если есть коллекция. Их можно собирать по видам. Например, кошечки. У меня вот такие вот. Или собачки. Вот кошечка. И сейчас собачки. У меня собачек очень много. Это очень интересно. Или по размерам. Классические. Мини. Мини. И крохотные. В общем, пэты потрясающие игрушки, с которыми соскучиться просто невозможно. Кстати, можно еще пополнить коллекцию и выиграть запас пэтов. Для этого необходимо регулярно заходить в сообщество пэтов ВКонтакте. Там круглый год проводятся конкурсы. Ссылка будет тоже в описании. Мои любимчики. Какие вы тут милые. У меня есть только 100 гривен. Что же мне взять? Ну, этот пупсик вроде бы ничего. Или может быть... Ладно, придется мне брать этого пупсика. Наконец-то у меня появилась игрушка. Сейчас я так долго ее ждала. Сейчас я посмотрю и раскрою. Вижу. Вот и сама она. Вот такой вот этот пупсик.
сиденьем, ложкой, едой. Ну и вот эта сама девочка. Вот так вот она выглядит. Да. Зона мягкая. Можно сидеть. Так как бы я хотела вместо этого пупсика, пэтов. Они такие классные. А тут непонятно, что с ней делать. Никакой тебе ни истории, вообще ничего. Голая какая-то. Вот. Я хочу себе пэтов, а не это. Фу, как она воняет. У нее нет никаких шоу про нее, никаких конкурсов, где можно что-то выиграть. Она одна, вот как с ней играть? Вообще не интересно. Если бы вместо нее были пэты. Ой, мой хорошенький Андрейка, с тобой, когда я всегда хожу, думаю, что ты настоящий. Давай-ка мы посмотрим, что же я тебе сегодня одену. Ну, может быть, и завтра. У тебя такие ножки, а волосики такие. Ой, какой же ты милый. Ты даже весишь, как настоящий ребеночек. Ты пока полежи, а давай мы с тобой посмотрим, какая же у тебя есть одежда. Вот твои соски. Ух ты, тут для него даже есть соски. I love mama. И обычная соска синяя. Слюнявчик есть, комбинезончик. Ой, наверное, сегодня я одену ему вот такой вот комбинезончик. Ну что, тебе нравится? С Винни-Пухом. Вот. А завтра я одену тебе, наверное, вот такой вот комбинезончик. I love daddy. Вот такой вот. Ты такой муси-пуси. У тебя такой носик, такие глазки, такие волосики. Сейчас я тебе соску одену. Вот так вот. Тебе, наверное, жарко в этом свитере. Сейчас я тебя переодену. Так. Давай ручку вытаскивай. Одна. И теперь вторую сейчас будем вытаскивать. Давай, вытаскивай. И вытащили. Теперь давай голову вытаскивать, да? Вот. Ой, какая у тебя миленькая одежка с обезьянкой. Ты такой махенький. Ты еще меньше стал. Ой, а у него такие ногтики, мазипусечки. Прям как у настоящего ребеночка. Какой ты классный. И я, наверное, еще тебе сниму эти штаники. А то у нас тут жарко. Может, и тебе жарко. Так. Вот, и смотри. И носок туда сниму. О, какой ты милашка. Смотрите, какие у него ножки, маси-пусечки. Ой, и давай я тебя одену в эту штучку. Буду тебя носить. Давай, ножки, оп. Одну ногу сюда. Вторую сюда. И теперь... Давай в сумочку. Вот, теперь я буду тебя носить. Вот такая вот у него есть кенгурушечка. Она розовенькая, тебе в ней так красиво. Что это за кукла? У нее даже одежек никаких нет. И она такая ватная, мягкая, голова твердая. И косички так сложно заплетать на этих волосах. У нее это не волосы, непонятно что. А почему у нее вообще лицо плоское? Странно как-то. Лицо такое плоское-плоское. И когда так, почему у нее глаз один закрывается? Какая-то странная эта девочка. А ноги? Почему у нее не туфелька, а какие-то ватные шарики? Ладно. Да, что же мне с ней делать? Ее не переоденешь, не выйдешь с ней погулять. Никто не будет думать, что это настоящий ребенок. Потому что это даже не пупсик, а непонятно что. С ней даже, вот если даже с ней спать, может, потому что она мягкая, с ней даже спать плохо, потому что эта голова у нее такая твердая, и в ней еще что-то шерудит. Это ужас.
мне с тобой делать? Так мне интересно гулять. Так, переодеть не могу, соску ставить не могу. Вот если бы на ее месте был настоящий реборн, как делают в Англии. Тогда бы все думали, что ты у меня настоящая, а не просто какая-то мягкая кукла. Спасибо, что были со мной. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а также подписывайтесь на мой ВКонтакте, Твиттер, Телеграм, Вайбер, Инстаграм и все прочее. Ссылки будут в описании. Спасибо, что были со мной. Всем пока-пока. Люблю вас.